Даже в самых трагических ситуациях надежда помогает добиться хорошего исхода. Доброе сердце продолжает помогать больным детям. В Златоусте благотворительный фонд не приостанавливает благие дела. Еще один малыш получил нужный ему подарок. Славе Буравлеву недавно исполнилось 2. Последние полгода малыш провел в окружении медиков и остерегается незнакомых взрослых людей. Но подарки принимать любит. Стол для письма и стульчик к нему привезли представители благотворительного фонда «Доброе сердце». Вот у нас есть список, предоставленный директором фонда «Доброе сердце». По поручению главы мы его отрабатываем. Появляется возможность с подарками, мы выезжаем, поздравляем. 1 июня это мероприятие не заканчивается 1 июня, то есть будет продолжаться в течение всего года. При возможности, может быть, и дальше. То есть пока весь список не отработаем. Будем калякать. Нет, не надо. Пусть учится писать уже буквы, считать. Тут задачки небольшие есть. Предоставляем товары для новорожденных тем людям, тем семьям, которые в этом нуждаются. Полностью все предоставляется, будь это коляски летние, зимние, кроватки, еще какая-то мебель. Мы предоставляем все из собственного ассортимента, со своих торговых площадок. После того, как мальчику поставили диагноз, он быстро идет на поправку. По прогнозам врачей, Слава будет здоров к ноябрю. Тогда и больничные закроют, и группу инвалидности ликвидируют, и можно будет пойти в детский сад. А пока придется наверстывать упущенные из-за болезни. Развивающий подарок в этом поможет. Интересно ему и лепить, и раскрашивать, и нравится ему все. Да, вот я же говорю, на стене ходил, да, вот сейчас есть свое место, где будет сидеть, рисовать, заниматься. Свое рабочее место будет теперь, да. Теперь не будем стены раскрашивать, да, Слава? У фонда «Доброе сердце» есть данные на многих детишек, нуждающихся в помощи. Если вы готовы присоединиться к благотворителям, обращайтесь по адресу и телефону, указанному на экране, или в группу ВКонтакте.